Монетку обломите, кто не взял. Тролла, нахуя ты за ПК шел, блядь? Алло, нахуй. Ты слышишь? Нахуя ты ПК, блядь? В смысле не я, блядь? Ты на... В смысле тебя за ПК шел, если ты красный, блядь? В смысле йота я за ПК шел, блядь? На кон... Так ты красный сейчас. Как он, в смысле, он тебя запокашивал, если на контроле ты, блядь? Подождите, блядь, это у меня одного контрол красный или у всех? Да троллит он тебя. Ну, лол, блядь. У меня, короче, ты красный, блядь, пиздец. А нахуя ты мяч юзнул на нем, блядь? У меня тоже красный контрол. У меня ТПК, короче, какой. У меня тоже. А у тебя есть карма на контроле? Релогни на контроле, блядь. Релогни на контроле. А где краш вообще, инсив? А где шмот с чаров вообще? Контрола. А? В смысле у йоты? В смысле тебя соскамили? Как он тебя соскамил? В смысле, то есть ты хочешь сказать, что сейчас со всех чаров соскамлены шмотки? Ты что, наебываешь, инсив? У тебя орки все время стояли, блядь. Какой нахуй пати, шестой сет, блядь, что ты несешь? Да хуй ты хуйню топишь, блядь. Ты хуйню несешь, инсив, блядь. Трэш что-то валяется тоже. Пока слитый. Херня происходит. А как он мяч завязал? Чтоб ты шмот не видел, что его нет. Ну, так а как он запокашил, если, блядь, я менял логи и пасы, блядь? Так как йота тебя мог запокашить, если ты его не бил, блядь? На контрола зашел йота?
Подожди, как Ctrl стал ПК, блядь? Так в смысле, при чем здесь ПК не дает, шмот с него не падает, блядь? Как, еще раз объясни, как выпал шмот с орков, блядь? Что за херня происходит? Ты гонишь? Ты сейчас с меня идиота лепишь, блядь? Ну, он со всех нас идет, блядь. Ну да. Ёбнут, Инсив, что ты хуйню несешь, блядь? Какой нахуй сет, какой нахуй на пол, блядь? Что-то принял. В смысле, при чем здесь Йота? Нахуй ты его слушаешь, ты чё, блядь? В смысле, хороший человек, блядь? А, да, блядь, всё тут понятно, нахуй, что ты тут распинаешься, блядь? Теперь понятно, кто сливал инфу. Конечно. Бать ты, Инсив, я с тебя в ахуе, блядь. А Йота, блядь, тебя в жопу выебал, блядь. Короче, крэш валяет слитый в ПК. Скорее всего, он его из-за ПК шел. Ком нахер контроли? Блять, что происходит? Короче, скомановали, скорее всего, всех тиров. Крылышки проверь, не просто так он просил зайти на них. Ай да не пизде. Просто зашел и все скинул. Инсив, бивню за квартиру в Питере продался, да? Окей. Ты че, бля, сейчас с меня долбоеба делаешь? Причем здесь как Йота может с тебя раздеть, если ты это... Попкорн, да, пока он сейчас в уши сыт, наверняка что-то еще делается. Меня я кину чуть быстрее. Зайди на СВС, поменяй прямо сейчас пароль. Хотя я менял, я ему не... Кашет всех. Рома. Можешь слить его нахер, контрол. Сливай, сливай. А нахуй ты это делаешь, Инсив, блядь? Рядом стояли. Что, сейчас шутишь, типа? В смысле ты их убил? Команда, Инсив? Это... Более понятно, это вот этот Инсив, походу, все сливал. Угу. Просто врубил дурачка и начал нам какую-то на уши ты приседать. Ты с контрола выбивай его быстрее, он тебя сейчас чара загасит. Да, нахуй, что... То есть ты не захотел стать рабом системы? Ты решил, блядь, снять шмот из этого. Тишень, я замутать его, нахуй. Ты 3 месяца хуи пинаешь, нихуя не делаешь, блядь. Тарь, ну я скину теперь, я тебе скину потом. Это хорошо, что тебе комп не отправил. Ладно, ЗУ скинули тебе, сколько там мы на ЗУ потратили? $150, нахуй. Сколько?
You were moved. Channel switched. Это человек. You were moved. Channel switched. Your channel was edited. You were moved. Channel switched. Слышишь, хуесос, иди нахуй, хорошо? Ты сейчас, после данных действий, тебе купили АЗУ, блядь. Тебе много чего сделали, ты просто хуесос. Был бы ты рядом, я бы тебя посадил бы на копье, нахуй. Но так как я не имею этой возможности, блядь, ну... Ты ебаный хуесос, блядь. Вот и все, что я тебе хочу сказать, блядь. User joined your channel. Я ебал тебя, твою мать, все твое поколение до 10-го колена, нахуй. Я могу найти тебя по IP, блядь, но я не хочу даже этим заниматься, потому что даже не стоишь моего внимания даже не достоин. Ты просто после этой же хуйни хуесос. Просто неприятно, что я все это время помогал хуесосу, блядь, подпитывал его, блядь, деньгами помогал. Проще всех хуйня. Оно тебе аукнется, Ансиф. Ты не понимаешь этого, но оно тебе аукнется потом попозже. User joined your channel. Ты просто хуесос, Ансиф. Их чертов на зоне ебут в жопу, блядь. Бля, вот это жестко, красава. А на о какой сумме хоть речь идет, бля, мне аж самому интересно. User joined your channel. Окей, хорошо. А на сколько тебя кинул? Сколько, да, я тебя кинул? Ты сейчас считал? Так тебя кого проплатили? Кого кинули, блядь, это? Так, а с какую цифру мы фармили? Вот, давай, начнем с этого. Ух ты, бля, девочка моя латентная. Так, а зачем хуйню такой заниматься? Нельзя просто ливнуть? А чё ты к нам не зашел? Мы бы тебе дали. Ну а чё тебе надо? Весь строк тебе отдал. У нас вроде все есть. Но кора нету, брат, честно. Мы не фармим. Ну сейчас она на фанпэй появится, обычно начнут продавать. Типа забаненный эпиксет. Коль, так ты получается что, вообще на неизвестные суммы денег кидаешь, да, людей? Непонятно. Да, да, да. Мошенник. Давай вещи назвать вещи своими именами, то что, блядь. Ну, ПЛУ как давай, бы идет изначально. Давай, нет, подожди, стой. Давай начнем с того, что сколько было выплачено тебе в этом месяце, какая сумма. Ты помнишь, или мне тебе скриншотами? 6. По-моему, за последнюю неделю я тебе выплатил больше 2. И это до того, как я выплачивал 4 и так далее. Да суть даже не в этом. Суть в том, что я тебе платил ебаные рубли. Мы купили тебе АЗУ, блядь, на твой комп, Галимана. Хорошо, что я не отправил материнку с процем за $300, блядь, нахуй. И ты еще хуесос так поступаешь. Я тебе говорю, что мне не проблема тебя найти, нахуй, посадить на копье. Но я не буду этим заниматься, потому что ты черт ебаный, у тебя жизнь такая. Так себя вести. Вот иди дальше, блядуй. Кто может забанить его в ТС? Я просто пока пароль меняю. Я с тобой не хочу общаться даже. Можешь просто съебаться нахуй с канала и все. И идти нахуй. Ну так конечно, ты приходишь, ты в два окна тупишь нахуй. Я вечно в АФК, блядь.
Да, и потом ты начался как хуебан вести. И я, блядь, Ириш, подумал, что ты его недостоин, блядь. А, ты из-за этого обиделся, что это? Компьютер не купили тебе? Друг, ну, ты посмотришь просто, ты, ничего не изменится от того, что ты сейчас там сделал. У тебя в лучшую ладно, сторону это все точно понятно, ничего не Коль, изменится. Это, если что ты там надеешься, что тебя будут... Вон, скрит может его забанить. Давай. Попросите его, чтобы его забанили. Сейчас я меняю. Хорошо, что у меня другие тиры есть. Уже? Да все так играют, елки, это ебучая я игра, тоже вот хуй все. Сошел, я все сошел. Хуй сошел, мне вообще похуй, Салатов, ты ж вообще до пизды. А Сором там нормально все поживает? Вот Сором молодец, Сорому лайк, если 60, ты его встретишь, скажи, пожалуйста, что мы его любят. Пиццу, блядь. Да у нас тоже Коля ПЛ. А Буч тебя не используют, нет? Ну, ты в Буча же в клане играешь или где? А, ну понятно. Так ты обиделся, я решил, типа, за покашать чары или что? Ну, а зачем ты покашал чары? Ну ладно. А, сказали? Компьютер пообещали? То есть, да, тебе что-то пообещали? Ну, пообещали. Просто Бивень сдает в Питере квартиру, а Инсив хочет переехать в Питер, блядь. И походу он ему сказал, типа, сделай эту хуйню, блядь, и типа, я тебе, наверное, блядь, да, в Питере на бутылку сядешь, и я тебе бесплатно, типа, бля, я в Питере живу. Стопудово, короче, такая была мулька, блядь. Если чё, короче, я готов мутить черные дела в Питере со всеми, блядь, кто бы сюда приедет. Ты глупо это, тупо, ну, как ребенок себя ведешь, и все. Ты понимаешь, что тебя сейчас использовали? Как он использует нас? Ладно, а ты можешь тебя это в Инстаграм мне хер скинуть, фотографию? Хер на фотографию скинуть? Да, да, хера. Своего или чужого? Не-не-не, Тенсиву хочу увидеть. А там я тебе скину, там пизда, там 20 лет, маленький мальчик. Не-нет, я хочу хера его увидеть. Он огромный или нет? Ебаный кусок. Блин, чел просто работает в гей-баре барменом. Ладно, короче, чё этот, Коль? А? Зайди к этому скриту, пошёл он нахуй, и раздупляемся, идем дальше. Это время терять на этих даунов нахрен. Я сейчас меняю просто пас, сейчас просто два тира отлетит. Инсип, если что, у нас 10-й нужен нам есть, хочешь, давай. Бартерная основа. Я не этот, ну в смысле, чё тебе надо? В смысле? Кроме Кора и Орфина. Реал Мания? Но если ты фотографии будешь скидывать, то тогда можно. Нас по КД кидают, поэтому ты в нашем паке ничего не получишь. Ну как и мы. Нас используют, и я хуй знаю. Ну да. Мы просто. Но мы только херы скидываем друг другу, а так как. Ну не друг другу, мне, мне. Не друг другу, мне. Только тебе? Со мной Малев делился. Не, Малев черт. Ты уже ревнуешь? Видать, там уби меня нормально пригорело, что он не может РБ забрать, что уже пошла такая хуйня раньше. Походу, этот был план, блять, раньше, бля, да? А, я понял, ну красавчик. Даже тебе же приказали, как ты сам? Ну, я не знаю, как можно быть таким долбоебом и привести тут трейны ведут без мобов, а ты сзади на хвост себе мобов цепляешь, блядь, и видно, что ты на отъебись играешь. Я не знаю, как можно быть таким долбоебом, вот честно тебе скажу. Ну ты его кинул, Коль, елки-палки. Так, в смысле, он тебе комп сделал, не выслал, алло, ты шо, прикалываешься? Не-не-не, стоп-стоп-стоп, на твоем месте я бы топил бы до конца, что ты прав. Не надо, браток, топи. Ты уже съезжаешь, нет, так не делается. Не-нет, это я тебе говорю, надо решать вообще такие вопросы. Просто брать и решать на корню. Вот он кинул. Ну нет, надо что-то делать, чтобы там с него штрафовали и отправляли тебе на почту. Тупо приедь к нему, забери компьютер, он же твой. Ты что, прикалываешься? Через ФТШ такие вещи можно делать, через крита, я не знаю, что ты можешь себе все вернуть. Если ты вернешь себе авторитет, мы тебя заберем в мейн пак, ну, в мейн состав. Я уйду вообще с КП. Через ФТШ люди от алиментов отмазались, поэтому я хуй знаю, что ты тормозишь, зайди к ФТШу. Да эти вопросы надо решать через ФТШ, ты че? You were banned from the server.